ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله يقول: ابن القيم ده بس نص ندني الله говорит. يقول لو كانت ليلة القدر في كل السنة، ليست في 10 أواخر فقط، لا، لو كانت في السنة كاملة. Говорит, если бы в течение всего года, то есть какая-то ночь была бы ночь предопределения, не только последние 10 ночей Рамадана, а вот в течение всего года, в любую ночь. لو كانت ليلة القدر في السنة كاملة لاجتهدت لقيام كل السنة. هذا يقول الإمام ابن القيم العالم. Говорит, если бы было в течение всего года, то есть любой день всего года, любую ночь всего года, то мы бы что? Говорили об усердном совершении молитвы ночных в течение всего года, то есть каждую ночь. Это слова слова Ибн Каима, рахимахуллах. أخرج وأدخل مرة. فكيف الآن بأننا نقوم فقط 10 ليالي؟ هذا قليل جدا يعني. Но мы сейчас, что мы выстаиваем в молитве, всего лишь 10 ночей. Это не так много, это очень мало на самом деле. بعض الناس يقول أنا أريد أن يكون لي شيء في الإسلام، أصنع شيئا. اصنع الآن، جاهد نفسك في هذه 10 الليالي. Некоторые люди говорят, что я хочу какую-то пользу принести исламу, я хочу какую-то роль в исламе сыграть. Ты сыграй, ты сделай то, что можешь сейчас. Это вот выстаивай в молитвах ночи эти последние 10 ночей. فهذه هي النصيحة، أننا لا نشتغل بشيء عن قيام هذه الليالي، خاصة في ثلث الليل الآخر، يعني آخر 3 ساعات أو 4 ساعات قبل الفجر، هذه نجتهد فيها. Поэтому как бы мы наставление мое вам, чтобы мы не отвлекались ни на что в эти последние 10 ночей, выстаивали их молитвы, особенно последнюю треть ночи, то есть что в нашей широте, это примерно последние, до фаджра, последние часа 2-2,5, приблизительно так.